ничего нового, уже традиция. В конце зимы и начале весны дорожники приступают к ремонту. Для горячего асфальта пока прохладно, а вот технологию холодного можно применять и при минусе за окном. Главное использовать эластичный битум, уверяют специалисты. Технология заключается в чем? Производится вырубка на месте укладки асфальтобетона, разогрев данного места. Далее разогрев самой смеси холодного асфальтобетона, после чего она укладывается вместо вырубки и уплотняется. До начала работ специалисты объехали барнаульские дороги и составили план, где требуется применить технологию холодного асфальта. В список попали более 40 участков дорог. Это участки, где проходит у нас общественный транспорт, основные улицы, дорожное полотно, на которых начало разрушаться, в связи с чем могут возникнуть аварийные ситуации. Задача как раз и заключается в том, чтобы предотвратить аварии, а также дальнейшее разрушение дорожного полотна. На сегодня дорожники уже отремонтировали несколько участков по проспекту Ленина и Строителей, а также на Змеиногорском тракте. Кстати, чтобы не мешать водителям, все работы проходят в ночное время. Холодным асфальтом ремонтировать дороги в краевой столице будут до конца марта, начала апреля. А как только позволит погода, температура должна быть не ниже плюс 5 градусов, дорожники перейдут уже к ремонту горячим асфальтом. Татьяна Голубева, «День с толком».